птичка. Уж не знает, где и лечь ей бедной. Да, вот так. Вот она, кошачья жизнь. Да. Здравствуйте. Сегодня все так же 15 августа. Вот так. Муся красавица. Ой, так. Наелась. Ну вот я хочу сделать опять вам видео. Диалог почитать на испанском. Обещала, люди ждут. Покажу, какие у меня цветочки тут. Особенно мне нравится вот это. Такое яркое. Все разных цветов. Так интересно. Все разные такие цветы. Ну, я их не срезаю. Там. Пусть и тут тоже красиво. Такой яркий цвет. Ну, показала цветочки. Кошечек показал. А сейчас будем заниматься испанским языком. То есть разговорным испанским. Я вместе с вами буду заниматься. Так, еще раз повторяю, что Испания en vivo — это курс современного испанского языка. Отсюда я беру диалоги. В общем, я выбрала очень такой небольшой маленький диалог. Так вот буду держать, чтобы слышно было хорошо. Audio novela buscando un hueco. Так, ищем местечко. Значит, тема диалога такая будет: enseñando los dientes, то есть показывать зубы. Показывать зубы. Так, начнем. Хоакин. Хоакин. Знаете, по-каталански здесь это имя произносится как Джуким. Ну, на всякий случай говорю. Но по-испански Хоакин. Значит, Росио. Миоэс ноте агас эн листо ке лебамос аки тода ла маньяна эсперандо. То есть он говорит: миоэс, ты меня слышишь? Миоэс, слышишь? Но ты агас эль листо. Ты, значит, не в списке. Келибамас аки тодала маньяна эсперандо. И что мы пришли сюда, и все утро это ждем. Эстамос эсперандо. Но ты агас эль листо. То есть ты не записался. И келибамос пришли аки тодала маньяна. То есть и находимся аки здесь все утро в ожидании эсперандо. Эсперар — ждать, эсперандо. Хоакин. Эх, медесиес альго? Спрашивает. Медесиес альго? Обратите внимание, как у них знак, вопросительный знак. Вот так вот надо писать. Обязательно нельзя. Кстати, в каталанском языке нет, как и в русском ставится, только сзади. А в испанском языке, видите, как ставится? Вопросительный знак и восклицательный знак точно так же ставится. Так. Me dices algo? Ты мне что-то сказал? Ты мне что-то говоришь? Me dices algo? Ну, я бы сказала, ну, мы бы перевели, что... Я же перевожу не дословно, а перевожу, ну, как бы мы сказали. Ты мне что-то сказал? Мы же так говорим. Ты мне что-то сказал? Или ты мне говоришь что-то? Мы же так говорим, да? Que te pongas a la cola como los demás. Кете понгас ала кола кома лос демас. То есть встань в очередь, как все. Он говорит. Встань в очередь, как все. Так. Джоким. Ой, пердона. Es que tenía los auriculares puestos y no te
Ой, я. В общем, надо как-то мне так снимать, чтобы видно было. Так. Сейчас я прочитаю. Так. Ой. Ау. Это, я не знаю, восклицание, как его произносят. Ау. Ай. А, ай. Ай, пердона. Ну, прости. Es que tenía los auriculares puestos y no te oía. То есть, я, значит, ну, если дословно переводить, то получается, что я имею одетыми наушники и тебя не слышу. Ну, то есть, по-русски бы мы сказали, что я в наушниках и я не слышу. Мы бы так перевели, да? Диме, говори. Тут видите. Диме, говори. И тут он уже, конечно, кричит. Россио кричит. Que te pongas a la cola, coño. То есть встань, наконец-то, в очередь. И матершинное слово на букву П. Так. Quantas veces tengo que decírtelo? Quantas veces tengo que decírtelo? Сколько раз я могу тебе сказать? Сколько раз или дословно сколько раз должен сказать? Ну, если дословно перевести. Так. Buena, buena. Tampoco es para tanto. И вот это вот тоже вот выражение, оно постоянное. Постоянное выражение, и вот «Буэна, буэна», «Ладно, ладно», и «Тампоко эс но пара танто». Ну, то есть, не так уж это и прям страшно. Ну, то есть, как бы, что-то там, запомните, что «Буэна, буэна», «Тампоко эс но пара танто». Ну, то есть, не о чем нервничать, как бы, ну, я бы так перевел. «Но», «Но те обия висто». Вот я это посмотрела в грамматике. И no te había visto, я тебя не видел. Это прошедшее время, я не знаю. Я уже специально посмотрела, но no te había visto, я тебя не видел. Это прошедшее время. Я, Россио, я, ну, конечно, там, я, так он говорит. И entonces, el número que he cogido. Значит, и entonces, el número que he cogido. Означает и, ну, и наконец-то какой номер взял. Россио отвечает: el número es para hablar con la secretaria. Значит, это номер, чтобы говорить с секретарем. Primero hay que rellenar la solicitud y entregarla en esta ventanilla. Вначале ты должен заполнить формуляр и entregarla en esta ventanilla, то есть отправить, ну, положить в окошечко. Хоакин. Ахба la solicitud vale. А, он говорит, а, значит, формуляр, ладно. Ое, но tendrás un vale de sobra, но... то есть он говорит, послушай, значит, хорошо, Бали, хорошо, ой, я послушай, но тендрас не имеешь ручку запасную, нет, Росси конденсендиенте, снисходительно, томанда, то есть бери, бери, пернотардес, кило несесито, то есть, ну не задерживай, мне тоже нужно. Es un momento, Joaquín. Es un momento. То есть, на момент. Я está. Muchas gracias. Ну, все. С большое спасибо. Россио, pero me has mordido el bolígrafo. Он возмущается. И так ты кусал мою ручку. То есть, ты брал в рот мою ручку. Joaquín. Ой. Es que no me lo puede creer. Россио возмущается. Es que no me lo puede creer. Это значит выражение у них тоже постоянное. И оно обозначает, что я не могу поверить. Es que no me lo puede creer. Его лучше зазубрить, потому что оно пригодится в жизни. Intentas
колларте инсимами дехас эль боле лено де бабас лотуес муй фуэрте тио. Значит, он возмущается. Что эске номела поэде криер? Я не могу поверить. Интентас колларте залез без очереди. И инсима, и еще медехас дал мне ручку. Лену де бабас, ну, значит, обсосанную всю в слюнях. Лотуя эс муй фуэрте тио. Ну, это уж совсем, мы бы как бы... Ну, это уж совсем, блин. Так, Хоакин. Ло сьенто, но ме дадо куэнта. Он говорит, ло сьенто, ну, то есть это... Сожалею, но ме дадо куэнта. Я как бы не заметил, не обратил внимания. Асидо инконсиента. Асидо инконсиента. Получилось бессознательно. Телохуро. Я, ну, отвечаю. Телохуро. Эсуна мало костумбре. Это моя плохая привычка. Так, Росио. Эсуна костумбре аскироса. То есть злиться. Что-то противная привычка. Хоаким мира секерес. Телопаго. Ну, он говорит, смотри, если хочешь, ну, я тебе заплачу. Рося или боли за ручку. Деха, деха, ходер, киаско. Ну, то есть оставь там. Ходер, кстати, это матершинное слово, означающее половой акт. Но его постоянно не используют. Так, вот. Деха, деха, ходер, киаско. Ну, тоже можете выучить, ну, чтобы как все разговаривают, как испанцы. Но де вердат, ке тело паго. Ну, в общем, Джоакин ему говорит, но де вердат, ке тело паго. Ну, по правде я тебе заплачу, но ему неудобно. Функционария, ну, то есть работница. Сигуэнте, следующий. Сигуэнте, следующий. Росио, яме тока, то есть меня вызвали, ну, то есть моя очередь. Яме ток, то есть, ну, как бы перевести меня затронули, но как бы моя очередь. Адьос, до свидания. Хоакин, ему неудобно. А, hasta luego. И ло ло сьенто. Ну, то есть, такой он, Хоакин какой-то, получается, очень рассеянный он такой. Говорит, а, hasta luego, то есть, и ло ло сьенто. Ну, так вот. Аудионовелла «Buscando un hueco», «Enseñando los dientes», Джоакин, Росио. «Mio es, no te hagas el listo, que le vamos aquí toda la mañana esperando», Джоакин. «Me deseas algo?», Росио. «Que te pongas a la cola como los demás», Джоакин. «Ay, perdona, es que tenía los auriculares puestos y no te oía, dime», Росио. Que te pongas a la cola, coño. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Joaquín. Bueno, bueno, tampoco es para tanto. No te había visto ya. Y entonces el número que he cogido, el número es para hablar con la secretaria. Primero hay que rellenar la solicitud y entregarla en esta ventanilla. Joaquín. Ay, va, solicitud, vale. Oye, ¿no tendrás un boli de sobra, no? Rosia, condescendiente. Toma, anda, pero no tardes, que lo necesito. Joaquín, es un momento. Ya está, muchas gracias. Rosia, pero ¿me has mordido el polígrafo? Ay, Rosia, es que no me lo puede creer. Intentas calarte y encima me dejas el boli lleno de babas. Lo tuyo es muy fuerte, tío. Joaquín, lo siento, no me he dado cuenta. Ha sido inconsciente. Te lo juro, es una mala costumbre, Rosia. Es una costumbre asquerosa. Joaquín, mira, si quieres te lo pago. Rosia, el boli, deja joder, qué asco. Хоакин, но де вердат, ке те ло паго. Функционария, сигуэнте, Росио, я ми тока, адьос, Джоакин, а аста луэго, и ло сьенто.
Очень знает, где и лечи, и бедный. Да, ведь так. Вот она, кошачья жизнь.